Интересно, кто из этих двергов подскажет, где искать Йотуна? Быть может, если я послушаю их болтовню, то почерпну крупицу мудрости? А, сейчас бы кружечку доброго Эля. Знаю, вы страдаете, пали духом. Мои слова не в силах это исправить, но скажу одно. Братья говорят, мы все отданы на милость Божию. Но у нас хотя бы есть где укрыться от нее. Иди дальше, пожалуйста. Что, понравилось унижать нас? Помогите мне. Я вам такую сагу сложу, что она и Рагнарёк переживет. Но прежде... Найдите мне Йотуна. Зачем? Затем. Мне нужен сильнейший Йотун в Свартальфахейме. Как насчет правой руки Сутунга? Мальвик. Она здесь из-за нас. Она неплоха. Задала жару твоему сыну Видеру, а? Видер еще себя покажет. Но зачем Мальвик понадобились вы? Так-то знаешь, и я не Брамер, и он не Лом. Позволь представиться. Фьялар и Галар. Якобы убийцы Сутунгова отца. Кажется, он пытался перепить парочку двергов, а потом с хмельной головой оступился и сломал шею. Ну, а Сутунг обвинил во всем нас. Но, к счастью, мы добыли мед. Да не простой мед, а особенный. Сутунг, как ты знаешь, мед очень ценит. Так что мы обменяли мед на нашей жизни. А потом какой-то гнусный воришка стащил его. Наверное, Локи. Он всюду замешан. Кто бы это ни был, Сутунг не нашел вора. Так что он решил выместить гнев на нас. И послал за нами Мальвик. С тех пор мы прячемся. Тут никому не доверишься. Продадут. Она нас пока не нашла. Найдет. Мальвик очень опасна. Даже для тебя. Но мы можем сравнять шансы. Иди на север. Там стоит наш старый дом. В озере затонул. Наверху найдешь стол, а на нем чашу. Чашу? Ну да, чашу. Ага, чашу. Это чаша великой силы. Она может... Чашу я принесу. Что потом? Покажем, чем она хороша против Мальвик. По рукам. Место поесть. Никому не нужно. Набраться сил. И после что? Начать сначала. Мы же убийцы Турса. Тихо. Мы с тобой не можем об этом петь. Даже здесь. Виной. Чего это? Старых за наши кожи. Забыл? Говорят, вы не ухажали. Да? А если нас найдет сам, знаешь, их возведение, она нам легкие выбьет. Через задницу. Фирма? А нет. Они пережили уже. Я готов пожертвовать сагой, если сам при этом подольше будет. И вдохновить тех, кто перенес столь же тяжкую потерю. Правильно, из нас есть история. Так вкусно, словно тут замешано колдовство. Кто еще жив, храните их для потомков. Смотри, не погуби. Запомни, дом стоит в озере. Он не весь затоплен, но до двери придется добираться вплавь.
Или как их там зовут? Надо как-то попасть внутрь. Похоже, придется слегка вымокнуть. Чудесная чаша должна быть где-то тут, на столе. Ничего. Должно быть, меня кто-то опередил и украл ее. Да была ли чаша вообще? Нас обучало самому! Живых одного врага, и все услышат о твоем величии. О нем и так всем известно. Может, я найду кого-то, кто еще не слышал? Отвечай, где искать Мальвик. Что? Что мне за это будет? Пока не знаю. Скажу одно. Чем дольше ты тянешь, тем дольше будешь умирать. Ступай к плотине на западе. Ты ведь пощадишь меня? Беги, до встречи. Никакой встречи не будет, уж поверь мне. Вспоминается мне, как мы с Фрик странствовали по таким вот диким краям. Прохладные ночи вдвоем под звездами. Она тоже любила уединение. А еще больше битвы и риск. Но началась война с ванами. Мне пришлось взять Фрею в жены, чтобы все кончилось миром. Но в тот час кончилась не только война. Сюнин, разведай местность. Что это за уловка? Вот и плотина. Но это буря. С ней
что-то не так. Кажется, предателей предали. Они хотели привести тебя ко мне и заслужить пощаду. Как видишь, они сильно просчитались. Но я же здесь, перед тобой. Пожелай я убить тебя, Хави, пришла бы с войском. Нет, суд он к тебя получит. Но не сейчас. Я знаю, зачем ты здесь. Для того, чтобы отомстить тебе. После того, что ты сделала с Видером. Видер проявил себя достойно. Мне говорили иное. Не стоит верить слухам. Когда Видер вернулся, он не мог даже встать. Полз по земле, словно червь. Мне в тот день досталось не меньше. Ученики отнесли меня домой. Нет, твой сын бился славно. И потому ты его пощадила? Верно. Но ты здесь не ради мести за Видера. Ты хочешь украсть мою хук. И я тебе не позволю. Откуда ты знаешь? Асы. Йотуны. Вы с Локи безумны. Хюрокен ничем не лучше. Да и глупость Тора сродни сумасшествию. Там, где вы появляетесь, царит хаос. Но о вас мы многое знаем. О Сурте нет. Он редко покидает Муспельхейм и даже тогда раскрывает немногое. Потому я отправила лазутчиков узнать, чего он хочет. Кроме того, чтобы перебить Двергов, как перебил Альвов. И что же ты узнала? Он обнаружил могучую реликвию Альвов. Поручил своему слуге Кальдору найти нужный хук, чтобы питать ее. Кальдор уже заточен в этой реликвии. И ты хочешь заключить там меня? Мне нужно обменять Салакар на сына. Сутунг чуть не погиб, когда тебе захотелось меда, и ты заявляешь, что просто отдашь реликвию и уйдешь. И все. Хави, отринь свою одержимость. Помоги мне. Вместе мы расстроим планы Сурта. Я не вправе так рисковать. Бальдер может угаснуть в любой миг. У меня тоже были дети. Но нам нужно думать о других. Ради общего блага. Все, хватит разговоров. Как скажешь. Собирайся! 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 Собирайся!
Эти приемы. Прием уже!
Неплохо. Отлично двигается. Yeah!
Норм для тебя!
Я не учил тебя. Твоя победа не принесет добра. Закончи начатое. Ну же, Хари! Окончи мои страдания! О, Имир! Истинный всеотец! Мое тело отправит к тебе самозванец, от чьей руки пал и ты. А моя Хук... Не оплакивай меня. Я не заслужила это. Да, ты права. Была права.
Нужно узнать больше о Салаках. Может, Хюрикен? Увы, с тех пор, как я в Свартальфахеме, мы не встречались. Остается Иванди. Нужно отыскать его. Где он там? В развалинах мастерской в Вангрине? Да, все верно.